Великий пост у православных длится целых 7 недель и завершится 16 апреля, когда Русская Православная Церковь отметит светлый и долгожданный праздник Пасхи. А пока все строго. Питание, овощи и фрукты, никаких сладостей, мяса и других соблазнов. Зато есть время на молитву и милосердие, священнослужители говорят. Смысл поста не гастрономический, а духовный. Церковь нам дает время поста, чтобы еще раз взглянуть внутрь себя, принести посильное покаяние, что-то исправить, что-то сделать для, лично для себя, помочь больному, убогому, калеке, нуждающемуся, заглянуть внутрь себя, в чем мы, может быть, согрешили, принести посильное покаяние и спрашивать Господа Бога прощения за свои содеянные. Ну, собственно говоря, когда мы огорчаем своих близких, что мы делаем? Мы просим у них прощения. Вот то же самое мы, огорчая Господа своими грехами, приносим посильное покаяние. Этот пост установлен в память о том, что Иисус голодал в пустыне 40 дней перед распятием. Ограничения в питании могут не соблюдать пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети и люди с тяжелыми заболеваниями. Пост – время испытаний, очищение – это мысли о хорошем, напоминают верующим. Весь пост – это время молитвы, поэтому соответствующее, насколько возможно получится подготовиться в течение этого поста, зависит от усердия самого человека, насколько у него это получится. Это молитва, домашняя молитва, храмовая, помощь больному, убогому, коллегам, коллеге, нуждающимся. Ну, собственно говоря, поле этой деятельности достаточно широко, и от нашего только желания зависит, насколько мы сможем подготовиться, постараться и подготовиться. После Великого Поста, который длится 40 дней, следует Лазарева Суббота, праздник Входа Господня в Иерусалим и Страстная Седмица, последние 6 дней перед самой Пасхой. Они самые ответственные для верующих. Каждый день будет посвящен страстям Господним, крестному распятию, смерти и воскрешению Иисуса Христа. Пасха считается самым главным праздником православного календаря. В этом году она наступит 16 апреля. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости.